Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня кухонный репортаж специально для вас. Тема, конечно, нестандартная. Что будет, если съесть бургер, который пролежал в холодильнике 24 часа? Итак, для начала мы достанем содержимое. Как мы видим, этот старик с ухмылкой постоянно улыбается нам. И что у нас здесь есть? Темный бургер. Это эксклюзивно, на самом деле. И картофелину, да? Все время люблю продукцию KFC кушать по вечерам. Вот. Ну, что насчет картошки? Она стала будто ролтонская, такая, знаете, сыпучая, вот по 30 рублей в пакетиках. Давайте отведаем. Аж нос зачесался, эх. По вкусу напоминает ролтон. Серьезно. Холодная картошка — это нечто. Ну что ж, добавим, наверное, сырного соуса, да? Чтобы вкус казался гораздо ярче. Тоже Хайнц, как и в других там магазинах. О, все, берем. Попробуем. Блин. Выглядит лучше, но не особо. Слишком кабачок падает. Слишком, так вы знаете, яркий вкус, он соленый прям делается. Ну что, разрежем бургер. Посмотрим, что с ним стало. Так, откроем. Да, он, конечно, не такой, как на картинке, но все же, блин. Это бургер. Я вижу сам своими глазами. Итак, торжественно разрезаем бургер на две части. Что у нас здесь есть? Вот прям сэкономили, вот видите, да? Немножечко кинули сюда огурцов. А я ведь так люблю огурцы. Если меня смотрите, там вот такие фасеньки, пожалуйста, добавляйте побольше туда овощей, потому что это все-таки, ну хотя мы видим тут сыр, мясо, да? Все дела. Выглядит неплохо, аппетитно. Но как-то уже не так. Вот что-то не то. Давайте попробуем. Божечки-кошечки. Он какой-то суховатый. Соус, видимо, в холодильнике стали, да, испаряться. Но в целом вкус остался прежним. Холодный бургер – это нечто. Честно говорю, хоть раз в жизни вы должны попробовать холодные бургеры. Они такие по вкусу. Но в целом неплохо. Жрать маски – то еще удовольствие. А все ради того, чтобы вы меня не засекретили. Ну все. В целом, я считаю, достойно сохранился. Ой, какой он острый. Это не огурец, это перец. Вау. Прожигает так же, как в горячем бургере. Запьют я это все дело водой? Воды практически нет, ну ладно. Вот так всегда, да, видите, какие происшествия происходят у нас на кухне? Всегда, перед тем, как есть бургер, вам нужно подготовиться и взять с собой немножко воды. Она меня чуть-чуть спасла. Ну что ж, как мы видим, в итоге все остается на том же как бы месте. Все вкусно, кроме сыра и начинки вот этой основной. Мясо вкусное, а вот овощи не особо. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся.